Держи дистанцию от хама, не ощущай себя вне храма. Кинь ему остроумную реплику. Не стоит, хам уже скрылся в эклектику. Болезненный удар по твоей самооценке, но ответить агрессору не в самоцельке. Ответить ему тупость, не отвечай грубостью на грубость. Станешь выше и лучше для всех. Молниеносно гаси в себе грех. Пытаются разрешить конфликт, но катятся по параллельным путям. Превентивное лекарство от хама. Да, дайте лучше лишиться ребра и собственного достоинства к себе.